Президент студсовета горничная. この番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。シャク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 コックン、можно ли считать удачей выигрыш поездки на юга? Хоть ее и пришлось отдать одноклубникам, так как у меня ни денег, ни паспорта. Не пора ли переходить с риса на арбузы? Пожалуй, не пора. Усуи, соперник! Приехавшие заодно с начальницей на отдых в гости к Нагисе. Мы, отработав первый день, начинаем, собственно, отдыхать во второй. Но с учетом того, что вчера все маленько засиделись, то проснулись только к полудню. Доброе утро, Мисо-чан. Доброе, Усуи. Чего он такой спокойный? Что ты делаешь, Мисо-чан? Остатки сна прогоняю. Только не перестарайся, а то наоборот уснешь, причем навсегда. Чего ты несешь, Усуи? Ни слова не поняла. Неужели снова за старое? Опять платье нацепил? Это не опять, мне так привычнее. Да, да, это мы уже проходили. Ходи в нем сколько угодно. Правда? Но сначала выиграй чемпионат по волейболу. Это ты сейчас серьезно? Я даже так смогу ходить, и парик не отберешь. Если хочешь, сможешь даже домой поехать. Ты же не любишь яркое солнце. Думаю, что победу в чемпионате по волейболу твой папа сочтет достойным мужчины поступком. Нагиса-сан! Спасибо, Нагиса-сан! Тогда давай сыграем как следует. Именно, всем покажем. Ты сейчас о чем? Ну, разве играют не в дуэте парень-девушка? Играют. И ты, Нагиса, ведь составишь мне компанию. С прошлогодним-то чемпионатом мне победа обеспечена. Ну как? Нагиса-сан его выигрывала? Не может быть. Нынче ввели ограничения по возрасту, и я по нему не прохожу. Так что бегом искать себе напарницу. Да разве ж так можно? Я здесь никого не знаю. Не можно?
Ты хочешь сдаться, даже не попробовав? Видать, будешь вкалывать у меня до конца лета. Я не сдаюсь. По-твоему, такая ситуация для меня в новинку? Меня и так все избегают, считают чудаком или психом. Но я таков, каков я есть, зато с собой я честен. Я найду себе напарницу. И все-таки ты в душе настоящий мужчина. Аой-чан. Где бы найти девушку-волейболистку? Вопрос. О, какая встреча! Что-то на пляже меня потянуло на пляжные виды спорта. Не получишь, Аой-тян? Мисс Атян участвует в волейбольном чемпионате? Хоть бы она победила и стала королевой пляжа! Хоть бы победила! Королева пляжа? Ты не в курсе? Неа. Победившую пару нарекают пляжными королем и королевой. Весь последующий вечер их все будут поздравлять и фотографировать. Представляешь, сколько тогда можно будет в бикини покрасоваться? Вот оно что. Это мне не особо интересно. Но выиграть я постараюсь. Причем очень. Пойду с Аой-тяном потренируюсь. Ты с Аой-тяном? Мисо-чан. Чего тебе, Усуи? Не играла раньше в пляжный волейбол? Я? На обычный он совершенно не похож. Догадываюсь. По песку-то бегать непросто. И при этом ни капли не нервничаешь. Нервничаю? Сейчас от нервов толку никакого. Будь что будет. Главное, создать себе нужный боевой настрой. Увидев, как решительно Аой-тян настроен, я поняла, что обязана ему помочь. Жаль только, что с моим-то опытом помощи от меня он вряд ли дождется. А может, и не стоит тогда за это дело браться? Не участвуй, Аюзава. С чего бы? И не подумаю. Мне уже пора. Прости, что так долго. Живее надо. Есть кто живой? Есть! Сейчас подойду. И который год мы снова с вами на чемпионате по волейболу Хэкусен Вива Роял. Здесь вы будете бороться не только друг с другом. Солнце, песок и ветер также будут осложнять вам жизнь. Какая же пара сегодня победит всех и удостоится титула короля и королевы пляжа? Так давайте начнем и выясним. Пришли наконец. А где Мисо-тян и Аой-тян? Они вроде еще тренируются. Корвем всех! Это же Мисо-тян и Аой-тян. Не слишком ли разительная с ними стала перемена? Как они, интересно знать, тренировались. Черт, времени совсем мало было. Все равно победим. Я же вижу, как ты этого хочешь. Погнали, Мисакичи! Мисакичи? А, вот они. Неужто не передумали? Эрика-сан? И Усуи?
Вы-то что здесь делаете? Я как услышала, что вы участвуете, так и сама поиграть захотела. Усуикуна позвала за компанию, и он согласился. Обожаю пляжный волейбол, просто обожаю. Усуи, ты серьезно участвовать собрался? Это же совсем не в твоем стиле. Я его выиграю. Не надейся, гаденыш! Перевод Карьер 8.8 озвучили Милярина и Карьер 8.8. Первый раунд. Получайте! И побеждает Аюса Вахёда. Да! Второй раунд. Не забывай про ветер! На песке не оступись! Лови! И вновь побеждает Аюса Вахёда. Третий раунд. Ну, держитесь у меня! Полетели! Пора Аюса Вахёда выходит в финал. Скажите же, эти двое просто отпад? Раунд за раундом они не оставляли соперникам ни шанса на победу. И правда хороши? Обалдеть! Мои лучшие ожидания таки сбываются. Стану чемпионом и поеду домой. Видать, у них какой-то скрытый стимул. Финал! Беда, Усуи! Не смей нас недооценивать! Да что с ним? Скорее даже, что с ним стало, чтобы он выиграть полез. Знаешь ли, что для Аоэтян это вопрос чести и достоинства? Кто, интересно, нынче станет королевой? Лучше, наверное, эта цыпочка, что поближе. Дебилы, они же небось пары и все такое. Лучше, наверное, та, что дальняя. Этот мелкий поди ее, брат. На парня, по крайней мере, не тянет. Неужели Усуи специально обыграл всех конкурентов, чтобы ради Аоэтяна слить финал? Ну так ведь... Неужели так и есть? В такие моменты он всегда меня выручает. Да начнется финальный раунд. Усуи с Эрикой побеждают в первом сете. Сильная. Рано мы расслабились. Усуи вознамерился нас обыграть. Целиком завладел инициативой. Он молодец. Да начнется второй сет. Как это он так? Сколько по своей половине мотался. Даже не вспотел. И еще целиться успевает. Но я не сдамся. Аоэтян. Покажу, на что я способен. Меня как-никак с малых лет Нагиса тренировала. Аоэтян. Nice control. Черт! Аутян бьется изо всех сил, но все равно. А ведь он душу в игру вкладывает. Он всегда меня раздражал. Пусть всегда приходил мне на выручку.
даже заставил поверить, что в душе он хороший. Но как же я его сейчас ненавижу? Почему именно сейчас Усуи против меня? Ой, что это на меня нашло? Как эгоистично, Мисо-тян. Не хочешь, чтобы я был против тебя? Хочешь меня? Обалдел! При чем тут это-то? Ладно, тогда продолжим. Куда подаешь? Не успеет. Мячик ветром унесет. Достану! Ауэ-тян! Ну все. В этот раз им точно не достать. Расшибусь, но достану. Мисо-тян! Опасно! Ловлю! Берегись! Ты как? Я никак. Конечно! Вон какой синяк посадил! Прямо спиной поди ударился! Ладно, сейчас мы тебя подлатаем. Не надо, не болит. Так, Усуи, тебе двигаться противопоказано. Мисо-тян, не надо так из-за меня переживать. Как же тут не переживать, если это я виновата? Так ты из чувства раскаяния за мной бегаешь. Даже на церемонию награждения не осталось. Я совсем не рада выиграть, покалечив своего соперника. Останься я на церемонии, мне стало бы только хуже. Ну тогда хорошо, хоть что у них нашлось, кем тебя заменить. Выходит, королева будет Эрика. Не подведу. Эй, нечего красоваться больше моего. Ханоко тоже хочет побыть королевой. Аой, я видела, как ты старался. Поздравляю с победой. Нагисо-сан. Как ты, Мисо-тян, все-таки неосторожна. Хотя прыжок и правда был хорош. Усуи, прости. Не прощу. Скажи, я так, что будешь делать? Опять издеваешься? Изначально ведь ты во всем виноват, а Ауэ-тян изо всех сил. А что делать? Не мог я позволить, чтобы твои фото в качестве королевы пляжа разошлись по рукам всего стадиона. Я не хотел видеть тебя такой. И только... А что еще-то? Лишь из-за этого ты так рвался к победе? Только и всего? Разве это важно в сравнении с тем, что грозит Ауэ-тяну? Для меня ты самое важное. Неужто не поняла? Ты же любишь пошутить. Кто тебя знает? Может, и сейчас решил. Посмотри на меня. Сейчас я не шучу. Усуи. Салют? Ага, на закрытии турнира обещали пиротехнику.
Ты вся горишь. Это я на солнце обгорела. Да, да. Пошли уже обратно. Да, да. О, наша сладкая парочка вернулась. С возвращением. Утян, что с тобой? Ну, как и ожидалось, на роль королевы я подхожу, как никто другой. А не перебор? Ну, в конце концов, фестиваль для утяна в первую очередь был. Гонтян и Саю также тайком успели поучаствовать. Нет, я просто с родственниками за компанию. У меня точно так же. Племянник мне все уши этим чемпионатом прожужжал. И мне. Только мы выбыли раньше, чем с Мисс Итян пересеклись, да ведь? От нас-то можно не скрывать было. Ладно, поскольку вас двоих дождались, приступим. К чему? Сегодня у нас последний день поездки, так что надо сфотографироваться вместе. Потеснее встаньте. Теперь нормально. Чуть было без этой парочки не начали. Извини. И мы не парочка. Отчет пошел. Готовься. Наверняка чем-нибудь неприлично на пляже занимались. Не занимались. На полусловие запнулась. Да нет же. И лето прошло так же плавно, как и ход. Наших домыслов. Мисс Итян все не приехала. Не верю. Отказываюсь верить. Наше лето не может закончиться таким фиаско. Мисс Итян, камбэк. Блин, может уже пойдете по домам домашнее делать? Вот и конец рассказу о нашем лете. Я вернулась. Приветик, сестренка. Давай угощайся. Откуда такая гора арбузов? Лотерею выиграла. Лето прошло, оставив на память арбузы. Но теперь всему этому конец. Мейд-кафе грозит опасность. Ой, это ж вице-президент моей Бэгоки. Он самый. Так не пора ли появиться на сцене белому демону Сира? За мной, Курата-Цусан и Кун-сан. Ты с нами говоришь, как с Сука-саном и Каку-саном. А кто Сука-сан, кто Каку-сан? По идее, ни тот, ни другой. この番組はゼネオンユニバーサルエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。